Вот. Алиса. Вам. Ничего себе, вы богатые теперь, а? Вот. Да. Кристине денежка. Кристина вторая очередь. Ничего себе. Какой нам вкусняч не привезли. Кристина. Всем привет. Всем привет. Мы на канале Кристория. Сегодня мы пришли кемпинг один ночь для Кристины birthday party. Birthday party. Мы все мы сами приехали одни. Распаковали все. Happy birthday. У нас тут немножко ветер дует сильно, поэтому некоторые буковки слетели, но окей, мы просто так украсили все, решили. Поставили палаточку нашу. Ну, папа там закончит все, потому что у меня уже нет сил. Я сама все приехала, распаковала. Еда, все здесь у нас. Вот, только что ждем. Тимосяки. Ждем гостей, когда все приедут. Да? Ира придет, не бабушка. Наша подруга Ира. Из Флорида. И потом... Соседи наши. Нет, папа сначала, потом Ира. Алиса с Никой. Алиса с Никой, и потом... Может быть, Инга придет с детками. И Бебечка. Да, он точно будет, да. Бебечка — это наши друзья Женя с Юлей. Мама. Не Бебечка. А, теперь я знаю. Забыла я долго. Вот. Ку-ку. Вот, мама тут все распаковывала, все расставляла. Ну, вроде все нормально, там уже папа потом подправит все. Мы отдыхаем теперь, ждем гостей. Мама, так, Кирте первая будет ее бить. Да. У нее юникорн пиньяра. Давай, раз, два, три, четыре, пять, все, давай другому. По пять раз каждый. Раз, два, три, четыре, пять. Давай другому. Mine. I'm after her. Раз, два, три, четыре, пять. Ой! You're so bad, unicorn. Голова отвалилась. I'm so sorry. Okay, guys. Эти дети. Теперь Ева, раз, два, три, четыре, пять. Теперь тебе Мия. Yeah, it's sad. Мама, где ему упал? Could you give some to me? No. Who's coming? Кто опять ждет? Я иду на пляж. Не, ну я на телефон тоже снимаю свои сторис. Мне же надо выкладываться, что я на самом деле. Hi! Hello, I'm here, I'm back. Мама, девочки. А мы будем купаться тут? Нет. Холодно, просто пойдем погуляем, окей? Кристина, мама, Кристина взяла почти... Мама, Кристина взяла много чем все. Окей. У нас тут целый набор людей, мы все идем на пляж, да? Все на пляж идем. Все идем на пляж. Вези. Веди сама. Давай веди коляску. Да, ты должна все делать. Подожди. Мама, let me light it. No, honey. No, it's not gonna work. Может быть, спичку от спички? Ну, если спичку нельзя зажигал их, они сразу... Нет, так, конечно. Okay, hold on. Honey, you can't. Yes, I could. I know. No, we don't have time. I know.
Да, да, да. Сразу тухнет. Only moms okay. and dads well, can do it. Mom, let me try. No. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Christina. Happy birthday to you. Да, ветер, да. Окей, давайте тортик. It's cake time. Всем привет! Всем привет! Мы на канале Кристория. Сегодня Ира... Ира уехала сегодня утром, а к нам приедет баба Вика. Все перепутала ты, Вика, короче говоря. Это моя тетя, баба Вика. То есть моя тетя, а ваша, я не знаю, как она называется по-русски. Вы ей внучатые племянницы. А она вам какая-то бабушка. Алиска у нас хрипит? Хрипит, малыш, да. Еще никак откашляться не может. Грудку слушали, сказали, что нормально. Просто там хрипит у нее в грудке что-то. Да? И от мамы не отлипает. Ни на шаг маме не дает ничего делать. Да? И пирожки она принесла. Да, ждем пирожки мы, короче говоря. Бабу Вику и пирожки. Вот. А Алиска у нас еще научилась вставать. Ага. Научилась держаться и вставать. И на месте уже вообще не сидит. И ползать чуть-чуть. Да, не дают тебе ничего делать. Да, очень спать хочет. Там. А вот тут спит наш папа. Потому что его прогнали с дивана. Папа пришел с работы, устал. И плохо себя чувствует. Решил пойти поспать с игрушками, с Алисинами. Так как тут все на диване засели и смотрят Чебурашку. Чебурашку смотрят, прикинь? На меня похоже. На тебя похоже. На глаза. Тебя. Все говорят, на маму похоже. Да? Нет, да. Глаза на меня. А, на Вику, да, на Вику. Тоже на Вика тоже на меня похоже. Кристина больше на папу похожа. Ой, какие девочки хорошие. Какие девочки хорошие. Я вам подарки. Выключи пока, знала. Подожди. Я вам подарки так. Подарки же интереснее, да. Чем мультики-то. Да. Осторожно. У вас есть кошельки? Ой. Толстые кошельки. У кого самый толстый кошелек? А у меня. Шанс, она быстро понесет. У Кристины, ну-ка доставайте быстро свои кошельки. А у Сони кошелек. А у Алисы нет. Ну как они за это задвигались быстро, смотри-ка. А Алисе кошелек. Кошелек у тебя есть? Нет. Вот мой кошелек. Давай, тащи сюда кошелек. Тащи сюда кошелек. Сейчас посмотрим, у кого самый толстый кошелек. У Кристины уже. Кто самый богатый? Там денежек никого нету. Денежек нету. Мама, все. Ну мы сейчас пополним. Когда себя плохо вели, да, мама все отобрала. Да, пополним сейчас. У меня денег много. Денег много. Хорошо. Соня самая богатая, короче говоря. Будем так, кому, кто в первую очередь стоит. Вот. Алиса. Вам. Ничего себе, вы богатые теперь, а. Вот. Кристине денежка. Кристина вторая очередь. Ничего себе. Соня. Можно мороженое. А Алисе тоже мы даем, но я дам маме. Ну, не в ручки. Да. Пусть мама, да. А то ручки все. Деньги грязные, надо руки мыть. А на памперсы. Маме даем, да. Мама ей купит подарок. Вот. Да. Алиса, что ты хочешь? Спасибо, сказали? Спасибо. Можно на мороженое уже купить? О, Господи. Может быть, что-нибудь получше, а? Подумай хорошенько. Хочу, мы долго мороженое. Какой все нам вкусняч не привезли. Все девочки блондиночки. Пирогов, селедку под шубой. Чаек сейчас будет. Почему? Вика только злится сидит. Алиса. Да ладно, ничего она не злится. Вот, сейчас все будет. Сейчас все будет, Викуся. Нужно просто подождать. Терпение нужно иметь. Да? Терпение, только терпение. Вот как красиво. Что, вкусно? Сметанки возьмите. Вкусненько сметанку макать, пирожочек. Я не люблю. Спасибо. Странная ты. А ты хочешь машинку сметанку? Не хочу. Я тоже без сметаны. А Соня со сметаной, да, есть?
Они что-то разлюбили сметану вообще все. О, нет, я не хочу, спасибо. А я вообще не любила. Раньше ты любила, это что-то у тебя новое. Она просто не любит, потому что я не... Вкусненько, ты что кушаешь? С мясом? Ты тоже станешь мясом? Вкусно, да, с мясом. Покушали перчики с... С морковкой там, не знаю, с чем он еще, как будто с орешками, нет? Чеснок, может быть, салатом. Морковка с чем-то. Вегетарианские перчики, да. Селедка под шубой. Маринованные немножко они такие. Вот, вкусненько нас накормили сегодня. Что там пьешь, Соня? ПС. Это у них новая мода такая, в таких вот этих, в чашках пить. It's the new thing they have, drinking out of... Sophia started drinking out of the jars like that, the mason jars. And they always want to drink... So I bought them their own too, so... All right, yep. It's a new thing they that have. That works very well for kids. different lids. Ah, so this one is yours. Yeah, and okay. Then Кристина has the same. Now we have three of them. This is a rubber band around it. Да, у нас теперь три, потому что мы думали, мы один потеряли, а потом нашли. Where's yours? У неё... Upstairs. Upstairs. Наверху. Upstairs, okay. Юра наш убежал, да. Я думаю, Юры уже нету. А у нас Рыжик тоже был. Вика хотела хомяка назвать Рыжик, но она девочка, поэтому сказала, давай назовем ее Эмбер. Мы звали Эмбер, как у нас была. Потому что кошек. Да, в честь кошки, да. Понятно. У Вики был Рыжик, а у мамы, когда я была маленькая, была Эмбер, кошка. Так она как наша кошка, Эмбер, хомяк. She wanted to call him Рыжик, but she's a girl, and Рыжик is like a boy name. Yeah. So I said, let's call her the Amber. Okay. In because she's orange. How did Lake? Yeah, he's nice. Как ты знал? If it sounds the same as a girl. Но рыжик это как для мальчика. Isn't it? Фотосессия. Давайте садитесь с Викой. Фотосессию давайте. Так, чтобы ни у кого ничего. Да. Кристинчик, садись. Какой садись? Хочешь, может, на колени ко мне? Приезжайте к нам в гости. Вика просит в гости приехать. Да. Приезжайте к нам. Приедешь? I said that we're all the ones who visit us. Okay, yeah. Yeah? Yeah. Yes. So, yes. I was saying I have my 20-year high school reunion in November. Садись с Викой. Да тебя обнимите, поцелуйте. Мы можем какого-то бабиситера найти в небосутстве. Ну, если ты как бы не против. На тебя бабиситера? Если что. Давайте, приезжайте. Я бы вам... Скажи спасибо. Спасибо. Я вам соскучилась. Thank you. Да, скоро приедем еще, наверное. Стараемся. Или мы к вам. Или вы к нам, да. Давайте вы к нам. Да, да, да. Приедете к нам? Да. У нас площадка есть детская недалеко, можно... Мы знаем, мы помним. А там еще одну построили, туда уже можно поехать. Да, 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 хочу, ой. Такая лопоуха, да? Смотри, смешная. А какая? Yeah, she's so happy. She's so cute. Yeah.